Сложение в пространстве когерентных волн, при котором образуется постоянно во время пространства распределения амплитуд результирующих колебаний, называется интерференция. Ответ, почему это так, состоит в определении того, что такое интерференция. Это есть непосредственное сложение когерентных волн. Поэтому ключевая фраза будет здесь вот это являться. Вот. Все остальные пункты принципиально не подходят. Преломление это будет изменение направления хода луча, связанное с этим скорее, да. Дисперсия это вращение. Поляризация это когда у нас есть естественный свет. Поляризация не выделена. Через поляризатор проходит наш луч. У нас будет определенное направление колебаний, выделено направление колебаний напряженности этого данной электромагнитной волны или магнитного поля. Так что если мы будем рассматривать все остальные подпункты, то они непосредственно с когерентностью волн не связаны. Потому что если говорить про поляризацию, у нас есть какая-то невыраженная, допустим, плоскость колебаний напряженности электрического поля в естественном свете, потом проходит через некоторый фильтр все это дело, и после этого фильтра у нас будет, допустим, какое-то неопределенное направление плоскости поляризации. То есть волна будет двигаться, и вектор напряженности поля будет колебаться в определенной плоскости. Дисперсия это как английского рассеяния света, да, а преломление это про изменение хода луча, пути хода луча при попадании на поверхность из-за того, что различна будет оптическая плотность. Вот. Все. Ответ один. Спасибо за внимание.